Кирилл, что там возмущается много-то? Никто не возмущается. Если, ну, если кому-то надо, я уступлю просто завтра. Да, как... будет. Да типа, уступать, не уступать, я выбираю сам первый рейд, какой идет. Остальное второй идет. Из целка я потом еще оглашу списки, кто пойдет в целка. Еще, кстати, мы в целка в какой день пойдем? Пятницу. Успеем колечко нафармить, да, Зерна? Не, я не закрыл. Я не к этому, да. Может просто, типа, можно еще кому-то проходки поделать перед целком. Типа 2 кд, чтобы было. Ну, кстати, да. Нет, да просто... Ну, тогда надо на воскресенье условно ставить. Я не хочу проебывать просто. Не, на воскресенье вряд ли будет 5%. Будет точно. Меня с ним минут. Просто день открытия, там будет дисконт. Это да. Ты умеешь давать бабки. О, Сера, раздай, пожалуйста, АП фласки. Арислин и Настя. Два фридома. Арислин первый фридом, давай будет, Настя второй. Ты что, Венхи, что ли, или что? Шаман. Курял. А что ты мне? Я на АП раздаю. АП фласки печеньки раздают, СПД фласки, вон Риди Гермин, Ромбик. Ну, только вырезать дайте сначала. И сапроты тоже берите у Чуваву и Риди, возьмите сапроты, поразмывайте им тоже. Бля, сейчас он. Подожди секунду. Это Кирилл, подождите. Там, короче, после рейда спрошу тебя про этого, про проходку мне напало. Если я с Азерона не смогу сделать, будет ли Варик сделать с кем-то с твоим первым рейдом? Карл, Молчазар. Да вы достали, дайте банки взять. Там Q-Secure сделал. Ну, Q-Secure сказал, что уже сделал на проходку. Подожди. Одного милишника у меня... Донзека возьмите? Освободить. Алло, Донзека возьмите? Ну, значит Донзека возьмите. А то у нас тут это, да. У меня тут моральный выбор стоял. Я решил повести себя как мразь. Вот. Эмпухой. Спасибо. Но мне нет, типа, это минус карма, понимаешь? Вот.
Карма не существует. Зато... Так, но давайте бабки дороже, бафайте, короче, что там, рестлинг кулаки, грюк каски и на стиль по 5 раскидываем. Или у кого там кулаки вкачанные, не помню. Или у вас с обоих не вкачаны. Так, у Насти наполовину вкачан один. Реслин. У меня кресты вкачаны. Ладно, короче. Реслин тогда бафы каски, глю, МП5 и Настику. Все, и так будет типа. Так, РДД. РДД в печеньку. Ой, блядь. Хилы, точнее, пятая пати в печеньку. Четвертая пати ром будет. И третья пати трусы. Это на змейка. Ваня, забираешь на себя эту кислотную дуру. Я жутко забил. Ты тут вообще? Да, он спит. Арчина полома. Запустим. Поставь на всякий случай еще лаковские камни, Синг. Возьмите все. В печеньке вон тут. В КД я уже ставил. А, взяли? Я что-то проиграл. Ну, если другие взяли, то плохо. Элемчик, тотемчик поставь. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Он перекинулся. У кого там сноуболь полетел? Внизу. Да, нормально. Он уже. Випар. Нас кастом забили. Дай рис, дай глюбов по мне. Добили снова ли быстрее? На пол на то. Кислотную сейчас. Жуткую только обдан. Хотя можете бить похуй. Только сильно по мне убиваете. Все, по кислотной поехали, Геру дали. Блять, Ваня, блин. Я чё? Ну, жутко застаунтил нахуй. Мы астаунт нажал. Застаунтил вообще ничего. Так это похилан кинул, а не... Вот тут же с баром был. Баром.
по жуткой поехали. Два ханта сыграть, типа, кислотный добить. А что, Милик успела кинуть? Что я проебался с Элентом. Дайте на полную. Раньше набрали РДД. Блять, разошлись, разошлись. Дай Эман огонь. Сокру быстрее. Блять. Рахил, аборигена поднимите по ХП. Блять, раньше времени опять поминуло, сука. Еще раз разошлись, пизду. Разойдитесь, наберите рент. Сейчас еще раз минут не наебал. Ждем. Кто не по таймеру пуляет вообще. Угу. Парахил. Бля, чего вы так криво стоите, блядь, троем? Почему троем ловите? Повернуть. Дай серый БР по войду, да. Меня отведу сразу немножко. Дырёва ловить. Да, да. Боже. А меня дебафка. Забираю его на себя. И ставь его туда, под щит, вот где кресты примерно поставил. И в крест будете сбегать. Плюс-минус. На пульте на то. Ребафните друида пока что. А Реслин твой первый этот. В крест бежали сейчас все. Ну а эти в крест стали чёсик. Потом от крестика просто... Блин, ну чё так криво нахуй? Бежали. Ясно, блядь. Петов убирайте тоже, пожалуйста. Сейчас кто в крест не полетит, блядь, получите просто минус нахуй всех. Кто в крест не взлетел. Заебали нахуй. Не можете, блядь, нормально встать, да. Чтоб вот этой хуйни не происходило. Выбежали все с креста и все. Ну. Сейчас будет еще один. Они нормально. Крест быстрее. Все, отбежали вот от балки прямо. В левую сторону можете все видеть. Ребята, ну уберите петов, пожалуйста. Вот сейчас он в пету ударился чего-то. Нокпад какой-то. И бри что-то там вот это вот чомп нахуй. Два пета было. ТТМ еще стоят. Все сбежали. И ТТМ убирайте тоже. И петов своих убирайте нахуй. От креста отбежали прямо от балки. Еще лужу дам. Ты господи, нахуй! Ясно. Это вайп нахуй, я так понимаю, да? На чудовищах нахуй, да? Красава. Вроде еще не дошел там. Еще есть вроде время. Сейчас дойдет. Долбоебы, блядь. О, берса. Баблы, баблы ждут. Баблить. Выконченные существа, нахуй. Все, что я могу сказать, нахуй. Надо будет стрим пересмотреть и по пятерику каждому, нахуй, за петов поснимать и так далее, нахуй. Даже вот сейчас, нахуй, когда осталось три, все равно свои. Най, сыграете, блядь. Все четыре, блядь, ебаные клоуны.
Почти по 1000 снимать нахуй за такое, блядь. Да, я потом стрим посмотрю нахуй. Всех, кто рядом находился там, блядь. В последний раз вот, никого не было там абсолютно. По минусу, по минусу и всем нахуй. Позор, блядь. Да. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв. Ну вот последний въезд, там никого не было. Ни пета, ни тотема, ни чела никакого. Да не про тебя, блядь. Там не только в тебя врезался QCQ. Не только в тебя. Тыкните, что ли? Блин. Дай бог помню. Настя, дай бог. И с близнецами и чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуёй. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, уже поразбегались, я не знаю. РДД раньше набрали, хилам центра ставили, 10 метров, блять, все быстрее. Ну. Огонь забери, Арислин. Разбежались, набрали раньше, разбежались быстрее.
можешь крест в другое место поставить, не в балку? Чуть правее там подчистить. Могу. Чисто потрястить. Под альянс поведешь? Да, или же разлил под альянс почему? Под альянс. Он прямо в щит нахуй пускай ударяется. Можно отвернуться у нас. Да, блядь, что ты с меня забираешься? Я не забираю, просто бьешь. Крест. Убежали. Что-то не показало, даже кстати, странно. И что он ударяет? Кто-то на него бежит, что ли? Может, петы какие-то? Уберите нахуй своих петов, уберите нахуй тотемы, блять, уберите все нахуй. Попробуем сейчас так, блять. Если он сейчас, блять, врежется в них в пустоту нахуй, это, блять, я уже не знаю нахуй, что тогда. К кресту двигайтесь в сторону креста. Крест. Прямо от креста отбежали. Нет, значит, блять, его вагоны нахуй. Все нормально работает, блять. Я уже думал, Сирус высирает что-то нахуй. Да, значит, вонючие петы нахуй и прочая хуйня. Собственно говоря, оно же на груле начало петов засчитывать нахуй. Вот, собственно говоря, наверное, сейчас есть то же самое с этим ревом. Серый можете не видеть. Вот, блядь, в петы нахуй, во все разы, но в петы хуярило нахуй. Потому что тогда стояли после, ну вот, первый раз я хуй его знает, по кому там ебало, вроде по кому-то. А второй раз, вот когда проебался вот этот, здесь было два пета. Локовский и ДКшный. Получается, Мирай твой и Синсонг твой. В них ебалось. Че, пишем петицию на форум, нахуй, пускай плащи выдают бесплатно. Нет? Каждому. Нет, конкретно на втором врезании. Не первое врезание, которое, когда мы перевели, а второе. Оно въебалось, пета. Ну, там, кроме петов, ничего не было, это 100%. Твой пет, или чей там, короче, они побежали влево, вправо, что-то там такое. Ну, можете стрим посмотреть, там вроде должно видно быть. Ах, надо смотреть и пока сами просто. На втором врезании это было. Мне кажется, это скорее всего просто вот опять они вот этот выпустили микроапдейт ебучий, который не сообразили, ну, не соизволили озвучить насчет петов. Просто так, думаете, на груле стали эти петы работать под ебалом? Раньше не работали с того, когда или с этого начали. Ну, с того точнее. Выпустили кстати, какой-то микроапдейт и все, ну. По-моему, кстати, на хантовских петов работало еще с открытия на груле.
их считала в бафы за единицу, но не считала за игроков. И давался адски все равно. Типа вот тотемы получается, ну, они не работают, в тотемы вряд ли врезался. Тут конкретно в петов, блядь. 100% нахуй. Конечно, было бы заебись, если бы эти уёбки конченые анонс давали на вот эту вот хуйню, нахуй. Они вайпались мне нахуй за этого, блядь. Вот это освещенность. Синга прохил. Там, блядь, СПД плащ нахуй лежал. Либо танковский, 100%. Ни разу не падали. О, хорошо, стаки пуржим, ребята. Он в 0-1 дал. Ой, дай БР по сингу. Вот как только стаки появились, сразу кастанут. Да потому что вы косты сразу кикаете. Как надо хотя бы, блядь, не, ну, больше середины кикать, да? Вы кикаете кас, он потом сразу хуярит эту молнию, соответственно, без коста. Друидус прохил. Ребахните Лока и Паладина. Вулкан пошли бить. Вулкан свечу не залили быстрее. У кого огонь стоит? Мял избал. Нажми огонь. Огонь жми. Глюс окручивай сверху. Кишки выбежал быстрее. Набивать кленов. И там все вместе стоят. Для себя просили. Не все равно прохил. Врата будут. Врата свечу. Реслин дай стан. Босс вменьте. Линда выбежал. Блять, это ебака, это реально ебучая дезморали, сука. Кроме того, что меняют всякую хуйню, переделывают, так еще и, сука, блять, эти попытки нахуй. Конченые, блять. Ебать, толка реально. Пока я сюда обновил, блять, пошел дальше. Ну, обновил и пошел реально. Тем более вот на этих зверях рандомных, блядь. Конченых, блядь. Бьем босса, не свечим вулкан никуда, просто босса, блядь. Стаки только снимите, что и понемся. Эманда гонь жми и сокруги бомбили. А, у тебя КД, ладно, похуй убивай. Да, эти топовые тайфуды, которые педёк двигают. Да я целка могу тайфуном сдвинуть, герои, по имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду!
кровавых зонах. Ну, не пустили. Мирай, сядешь на костры, Саня. Будешь бивать костры все. Сначала только выгребаешь ромбик. Ну, ты понял. Синг, когда с агрем выйдешь, только на тебя РДД побежали. Понял? Ну и по рамбу валяется, как обычно. Потом песчаньку, звезду и сову в конце. Ой, звезду в конце, сову треть. Мирай, сядешь на костре, сове еще раз, блядь, повторяю. Как слышно прием, блядь. Синг, контролишь ханта максимально. Дальше Void, продлеваешь циклоны по ханту. Курил Хекс твой, тоже по ханту. Бойчик, шипаешь печеньку. Труиду с циклоны по печеньке. Черепаший Хекс. Ром, вливайтесь. Так, дальше. Все, пока что так. Остальные там смотрите. Это самое главное. Ладно, со мной иди. Хотя, да, спекайся, со мной пойдешь там. Курил, иди ты там тыкнешь, на. Начина. Все, Арчина, полупам, да? Понятно. Рислин, у тебя броня стоит? А у кого броня? Окей. Я поддаю. 5, 4, 3, 2, 1. Нажимай, поехали. Что, Синг, мог походить уже? Мирая, гриппа и ромбик, Геру дали фул ДПС. Все, твое прохиливать. Прохиливать еще не буду. Я пошел на стоп. Нормально. Я пошел. Ханта контрол. Я пошел на косты сове. Ханта контрол. Хекс по ханту курил. Мирай, тоже сбиваешь косты. Я не все закрывать буду. Я специально тебя поставил. Мирай, блядь, сове косты сбивай, ну. Печеньку играйте. Следующий сопни. Да, промах, понял. Сове играть. Если они просто сорвались все вместе. Блять, Мирай, на рогу сядь быстрее, холишь, диспуны жми. Серый, Вара, корни, циклон. О, на Мирай забрал рогу и ДК, отлично. ДК на фул не про. Мирай на фул не прохиливай, глюс. Там чуть-чуть поподхиливаю. Подожди, пока он отвезет. Все. Остался вар один у нас. Вара циклоны корни похуй. Синг, Фирея паладина. Войт Фьюри Самула вместе с Курилом. Это шамана. Циклоны Хекс. И. Друиду с циклоне Шантара. Играйте по ханту. Дизайн объебите ему. Я закинул. Яш. Угу. Углю, дай сокру.
мне пролез баунт. Не знаю, не находит, и... что посрывают. Холли пшик получается. Бей теперь, бейте шоколад. Глю, иди ко мне иди. Глю, есть, блять, у Глю бабла нету. Подхильте Глю. Глю подхильте, в центре стоит. Смотри, щекас закроют ему, главное прохильте его. Мирай выгребает рогу. Нахуй отсюда. Все, уйдите с центра оттуда, пожалуйста. Вернитесь, играйте вон повар. Откис все равно. Да, не надо. Рид, друидус, выйди там Тоя по подхиливай. Этим, только покровительством хили его. Бейте вон Самула, потом Тара ему. Вайт, по циклоне Тара пока что. Курил Хекс, может, по нему ебать. Тут на каждую жуть циклонов по 10, да. Бейте Антара, почему? Не добивайте. Блять, Ваунир сработал, не смог тебя резнуть. Прости, Глю. Да ладно, я лежу, отдыхаю. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Что, тишина или у меня здесь? Ага, тишина. Кирилл запугался, все молчал. Господи! Не вайпайтесь, не вайпайтесь, хилим. Блядь. Ёбаный рот. Тюльпаша, а?
тюльпаш. Давайте снимать, пожалуйста. А давайте просто. У тебя вот, тотемы да, стоят там. Да, в натуре? Да. Да, в натуре, бро. На минус. Ничего страшного, да, нормально все. За сундука. Хорошо, что я уже вайпнул. Пиздец. Да нет, там на 45-й попытке пухи еще падают, блять. Так-то, может, как будто надо. Забей и забудь. В смысле забей, нихуя себе. Надо ужесточать правила. 300 ИП. По 2 косаря снимать. Нет, 45 падают только токен. Пушечки там за 25. 2 косаря, 2 к 2 до 5 ка это снимать, если, блядь, попытки нахуй срутся. За этот ниндзя пулинг уже снимать, блядь, по 2 косаря это такое, блядь. Ну, жестче. Самое жестокое наказание было вайпера и для вас. Что там, вылетели челики? Вы вылетели? Походу да. Так, Мирая. Мирая, короче, с левой стороны ловит, серый справа. Ваня, ты со мной на боссе. Потанчишь вот эту хуйню. Его земля вам пухом. Хотя не, лучше в пизду, реально. Лучше лови сферки. Реслин теперь не станет. Да, это нормально, потанчу, не надо. Точно? Да. Не, лучше пускай реслин потанчу. Да не надо, пусть там. Ладно, реслин спекись, это обратно. Раз он в себе уверен, если что, все дружно ему снимем. Че, висит на экране загрузки или че? Нет, еще круче, у меня почему-то начало второй раз обновление скачиваться. Как же ты не веришь про товара? Это, а Войду надо? А, чего? Да, закрой лаунчер, блядь, зайди через раны, все. Я просто не вообще не поняла, что за прикол. Да похуй, просто закрой лаунчер и зайди через раны. Открыла, закрыла. Кто лут забрал с этой хуйни, блядь? Ринда там Бадфорд ты забрал. Рыбу хавать по повторить и паника с ним. Доля и абориген на тою на пульсе. Если сэра еще. Я ж на меня на пульс. Дайте инту, пожалуйста. А с чем я понимаю? Чего-то не хватает. О. А чё, отдаю по отчёту. 5, 4, 3, стойте там ровно. 2, 1. Если не нитки уже не стал. Полетела сквозь танков свет. Что лагает, пиздец, нахуй. Кстати говоря, у меня сейчас не знаю почему. Было все нормально, все его качество мять начал. Ну это кузня. Не, я имею в виду такие фризы типа. Давай сбан от мира и чувак прохил. Геру дайте, кстати. Беда. Вот колешься. Тебя ты и так понятно, что ходит. Thank you.
светлую воронку взяли, все по рамбу поехали. Чем мне лайти херки? Сальву по симу есть. Да, я рискин сальву понял. Я уже дал. Ну, у меня далеко по агру, а там... Данзеку глюй, дай сальву, если есть. И Кьюсуки... Не, ладно, Кьюсуки еще далеко, Данзеку глагу. Блять, ну не переводись, ну. Переводим. Да, и сакну. Блять, погиб темный без. А, нормально, 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 нормально. Бейте, бейте, ром. Разбивайте щит. Дай сакру. Все, добиваем тут похуй. Блять, я проебался, сорян. Че с этими фризами, блять. Ой, а теперь кося в шестого хила. Мне нравятся волосики в Эрдру такие охуенные. Купи эту твоему долю, блядь. Король Лич понес тяжелую потерю. Это было грубо, Кирилл. Очень грубо. Нарушение пункта правил гильдии. Блять. Душнил, успокойтесь. Ваш никнейм не соответствует персонажу. Прошу покинуть. Да, притом я просто спросил, кому дают ПС, почему, блядь, сразу надо на меня что-то сказать. Надменным. Я уже забил хуй, что Рид не может 200 голды купить масло. Мне похуй уже, ладно, хорошо. Но, блядь, про ПС-то можно? Интересно же. Не тебе. Мне не надо, это нужно давать сингу, а ты не даешь. Серьезно? Не тебе. Тебе не надо, хоть что-то тебе не надо. Блять, я с тобой ни разу не общалась в 10, ты меня уже бесишь. Ты уверена, Зая, не общалась? Уверена. Ничего, пока. Не называй девушку зайкой. Давай, вставай. Не, я буду. Называй мальчика зайкой. Абориген с правой, абориген с правой стороны на поле выше, доли с левой. А не, стоп. Абориген ты с левой, доли с правой, вот так обычно будет. Доля, можешь меня называть? Я знаю, Синг. Зеро на первый шаг в наш холли еще второй. Камни возьмите, все локо. Масло, ластки. У кого не будет, по окончанию, во время пула гляну. Пока мы, когда я грону беру, блядь. Не на сону косарь сразу. А зачем минус косарь? Не слышу. Масло и флажку. Понял. О, хорошо. Вкусно. Забить. Даже... Касается чат обычный, будет. Нельзя два сообщения подряд отправлять одинаково. Да, мусорная... себе, сам себе в ЛС линкуешь и все.
Спасибо, Серег. Давайте помог. Глю, твой первый бог будет. Пятую пати можно войду вместо кого-то? Я тебе иннер дам. Так, Глю, твой первый боб. На первой переходке будет это только один боб. Рыбухавить. На второй переходке будет два боба. Первый ринда, на третий, второй ресник. Мирай, как обычно, собьешь сетку. Арчина бафкал. Курил ринду. Настя. Ты даешь первым, но второй закопочку. А чё, отдаю? Таймер не запустил. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, я чё-то не вижу. Ладно. Что ты не видишь? Ну, у меня ДБМ, я ночью твой счёт, хз. Ладно, нет, тебе поздно. У меня вроде нормально все. Чтобы реген до первого моба вообще не ударился, что ли? Ударил как бы. Вот это не, вот. Не напулился, в принципе. А это один дальний это, блин. Чё, блядь? Стан, стан. У вас там жук бегает. На пульте его. Забери вот этого ебла, я подвел. Ну ясно, прикольно. Да похуй. Первый раз такого. Прибейте сверху. Сейчас я крипну. Даже попу крипну. И еще одну Мираю, Мираю. Стоп, только не стоп. Блять, Мираю, грипни вот сюда звезду, где я прыгаю быстрее. Вот сюда звезду эту прыгни. Грипни сюда. Стой, не разбивайте. Да не разбивайте, я еще один грип там, сука, дебилы ебаные вы нахуй. Ну сука, ну блять, сказал же нахуй. Ну почему вы такие тупые нахуй? А вот что, пойдем. А падаете, почему вообще бомбы не разбиваются? QCQ на 10 секунде зашел, тем Паша просто забежал. Охуй. Но про бомб никто ничего не говорил. Реально, бля. Реально, нахуй. Сейчас я вам, блядь, скажу, нахуй. Подождите, блядь. Про бомб ничего не говорили, блядь. Ну, бомб это длань защиты там, короче. Ебутся как-то 2G в жопу. Не надо, не начинай. Я знал их имена, кстати. Так ты же участвуешь, в смысле? Совсем охуенно. Я просто так сам с собой разговаривал перед пулом или что, нахуй? Кирилл Шизик.